Приветствую всех на своем канале, с вами Галина. Сегодня я буду готовить рыбные котлеты. Здесь у меня находится рыбный фарш. Фарш готовый, я покупала его в магазине. Фарш рыбный из минтая. Здесь у меня находится 1 килограмм фарша. Для фарша я подготовила 2 луковицы, 2 моркови, 4 зубчика чеснока, 2 яйца, соль, черный молотый перец и укроп. Укроп у меня замороженный. Все, сейчас буду готовить фарш на котлетки. Сейчас морковь, лук и чеснок я буду тереть на мелкую терку. Лук, морковь и чеснок я натерла на терке. Добавила фарш. Сюда же убила 2 яйца. Сюда же добавляю соль, черный молотый перец. И укроп. Укроп у меня замороженный. Все это сейчас перемешаю. Все перемешала. И так как фарш у меня рыхлый, и котлетки с него лепиться не будут, сюда я сейчас добавлю немножко манки. Примерно 1 стакан. Снова все перемешаю. Фарш на рыбные котлеты у меня готов. Сейчас будем лепить котлетки. Ну, сейчас будем формировать котлетки. Просто берем фарш. И вот такие котлетки лепим. Котлетки можно делать круглые, овальные. Какие вам нравятся. Я буду делать овальные. Вот такие. Лепится очень хорошо, так как фарш я добавила манки. Вот такие котлетки получаются. С покупного фарша впервые котлетки я делаю. Обычно делала всегда со своей рыбы, которую муж ловил. Муж у меня рыбак. Ну, вот такие котлетки у меня получаются. Буду дальше лепить. Все, налепила я котлет. Рыбные котлеты из покупного рыбного фарша минтая. Вот такие котлетки получились. Из 1 килограмма фарша у меня получилось 21 котлетка. Все, сейчас иду жарить. Жарю рыбные котлетки. Котлеты я перевернула на другую сторону. Жарю котлеты я на 2 сковородках. Это на 2 сковородке. Пожарила я котлеты. Рыбные котлеты из готового фарша минтая. Фарш покупала готовый в магазине. Вот такие котлетки получились. Одну котлетку я уже попробовала. Это очень вкусно. Поэтому смело покупайте готовый фарш в рыбном магазине и готовьте вот такие котлетки. Это действительно очень вкусно получается. Ну, а котлеткам я сейчас приготовлю макароны и будем кушать. Ну, а всем, кто кушает, всем приятного аппетита!